Для того, чтобы поставить ваш автомобиль на учет, вы должны знать, где находятся два VIN-номера вашего автомобиля. Первый VIN-номер, наклеенный на кузове, располагается под лобовым стеклом в нижней левой части. Второй VIN-номер, выбитый на кузове, он располагается под передним пассажирским креслом. Гарантия на Hyundai Tucson составляет 3 года или 100 тысяч км пробега. Что наступит раньше? Межсервисный интервал раз в год или раз в 15 тысяч км пробега. Что наступит раньше? Первые 1000 км вам нужно пройти обкатку. Не повышать обороты двигателя выше 4000. Не двигаться с неизменной скоростью, то есть надо скорость изменять. Плюс не прибегать к экстренному торможению, ну, к резкому торможению. То есть экстренное, конечно, если нужно, тормозите, но, так скажем, постарайтесь так не делать. Вот, и... Говоря о расходе топлива, только спустя 6 тысяч километров пробега у вас будут верные показатели о расходе топлива. То есть первые 6 тысяч километров расход топлива может скакать. А вот после 6 тысяч километров производитель говорит о том, что прям вот тот, который там будет расход, он останется с вами навсегда. Нулевое ТО вам нужно пройти спустя месяц после покупки автомобиля или спустя 1000 километров после покупки, что наступит раньше. Нулевое ТО совершенно бесплатно. Гарантия на лакокрасочное покрытие и на сквозную коррозию составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега. То есть она соответствует гарантии на автомобиль. Также на все автомобили Hyundai Tucson действует поддержка на дороге. То есть, что бы ни случилось с вашим автомобилем, вы звоните на горячую линию и по телефону стараются решить эту проблему. Если по телефону нельзя, то к вам выезжает эксперт. Ну, например, закончилось топливо, проткнули колесо, там, не знаю, забыли в салоне что-то закрыли, не можете его открыть или еще какие-то моменты, к вам приезжает специалист и решает этот момент на месте. Но, правда, за само топливо вам нужно будет доплатить. То есть, за подвоз нет, а вот за само топливо – да. Плюс, если у вас есть проблема, которую нельзя решить, так скажем, на месте, вызывается эвакуатор и довозит он вас до ближайшего дилерского центра. Данная поддержка действует на протяжении года, и данная поддержка действует в 100 километров от административной границы города, в котором располагается дилерский центр Hyundai. Если переводите ребенка на переднем пассажирском кресле спиной по ходу движения, вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности. Так вот, на Hyundai Tucson передняя подушка безопасности не отключается. По этой причине перевозить ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле здесь нельзя. Для того, чтобы закрыть двери, если у вашего автомобиля сел аккумулятор, а в этот момент двери были открыты, или вы их случайно открыли, когда был севший аккумулятор, вам нужно достать механический элемент ключа и вставить его в специальное отверстие. Значит, оно располагается в замке. Вставляете ключ и поворачиваете по часовой стрелке. Все, дальше вы можете захлопывать дверь, открыть ее снаружи будет нельзя. А вот чтобы открыть, вам нужно будет или зарядить свой аккумулятор, или просто потянуть за ручку из салона, и тогда дверь вновь откроется. Если перевозить ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Ее можно будет открыть только снаружи. Так вот, на двух задних дверях есть специальные переключатели, которые располагаются сбоку дверей. Вот. Следовательно, вам нужно достать механический элемент ключа, вставить и повернуть против часовой стрелки. Все, дверь заблокирована. Открыть ее изнутри будет невозможно. Но помните, если больше не перевозите ребенка, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Объем багажного отделения Hyundai Tucson. Когда пол находится в максимально поднятом положении, это 539 литров. Когда он опущен максимально вниз, 582 литра. И, соответственно, при разложенных сидениях 1860 литров и 1903 литра. Ширина дверного проема 108 см. По диагонали 120 см. Ширина в зоне до колесных арок 128 см. Ширина в зоне колесных арок 103 см. Глубина багажного отделения 95 см. Глубина багажного отделения по спинку, когда сиденье в максимально вертикальном положении, это 80 см. И при максимально откинутой назад спинке 65 см. Расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сиденья второго ряда 160 см. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 185 см. По диагонали 225 см. Комплект инструментов, который идет вместе с Hyundai Tucson. Итак, значит, он располагается вот в этом мешочке. В рамках этого мешочка у нас с вами есть крюк, с помощью которого вы поднимаете домкрат. Также у нас с вами есть буксировочный крюк и баллонный ключ. Но баллонный ключ не простой, то есть баллонный ключ является также рычагом. То есть вы достали ваш крюк, вставили его в домкрат и непосредственно вот так потом соединили баллонный ключ с крюком, чтобы
поднять или опустить ваш автомобиль. Домкрат. Чтобы достать домкрат, вам вначале нужно его раскрутить, потому что он держится за счет распорки. Вот, важный момент, что руками вот первый раз не удается его раскрутить, то есть берете крюк и начинаете его раскручивать, крутя против часовой стрелки. После того, как его раскрутили, он сузился, достаете и все. Вот такой он у вас домкрат. Также у вас идет в комплекте малоразмерное или полноразмерное запасное колесо, в зависимости от той комплектации, какая у вас. Если малоразмерное запасное колесо, то чтобы его открутить, вам нужно открутить вот этот винт. То есть, чтобы его открутить, вам нужно крутить против часовой стрелки. С первого раза это нелегко, то есть надо прям приложить усилия. Вот. Далее вы достаете ваше малоразмерное или полноразмерное запасное колесо. Вот такое вот оно малоразмерное, а полноразмерное такое же, как на вашем автомобиле установлено. Важный момент. На малоразмерном запасном колесе можно ехать со скоростью не выше 80 км в час. Для того, чтобы установить буксировочный крюк как в передней, так и в задней части автомобиля, есть специальное отверстие, которое закрыто крышкой. Так вот, чтобы открыть эту крышку, вам не нужно прибегать никаким дополнительным инструментом. Просто нажимаете на нижнюю часть этой крышки. После берете буксировочный крюк, вставляете и вкручиваете по часовой стрелке. Вкручивать нужно до упора и только после этого подсоединять буксировочный трос. Вот чтобы вкрутить до упора, вы берете баллонный ключ и используете его как рычаг для того, чтобы прям до предела его дотянуть. Ну и, следовательно, также потом баллонным ключом вы его раскручиваете. Ну, если вдруг прям максимально сильно закрутили или кто-то закрутил за вас. Для того, чтобы заправить ваш автомобиль, он должен быть открыт. Дальше подходите к ключку топливного бака, нажимаете на крайнюю сторону крышки, открываете. Дальше откручиваете крышку взрывной горловины и устанавливаете в специально отведенное место. Объем топливного бака 54 литра. Если ваш автомобиль дизельный, то заправлять его можно дизелем, начиная только дизелем. А если бензиновый, то бензином, начиная с 92 октанового числа. Но опять же, 92 это рекомендация, лучше, конечно, заправлять 95. Но если нужно, то можно и 92. Для того, чтобы открыть дверь, если у вашего автомобиля сел аккумулятор, вы не можете его открыть с помощью брелка, вам нужно добраться до замка, до личинки. То есть, чтобы добраться, вам вначале нужно достать механический элемент ключа, то есть нажимаете на кнопочку, достаете механический элемент ключа. Далее, вот здесь крышечка, то есть эту крышечку вам нужно снять, под ней есть кнопка. Чтобы открыть, вам нужно просто надавить на эту кнопку, и когда будете надавливать, немного сдвигаете ключ вперед. Да? Вот, но предварительно еще, да, забыл сказать, что нужно ручку отодвинуть, такая многоходовочка. Вот раз, вот так вот, два. Почему ручку надо отодвигать? Потому что, как видите, здесь такой вот язычок, который как раз заходит за ручку. Все, далее вставляете ключ и далее поворачиваете его по часовой стрелке. Все, двери открыты. Чтобы установить крышечку назад, тут тоже не так все просто. Нам нужно отодвинуть ручку. Сверху одеть, снизу нажать кнопочку и установить. Все. Можно ли буксировать Hyundai Tucson? Да, можно. Если мы рассматриваем автомобиль с автоматической коробкой передач, скорость, с которой вас буксируют, не должна превышать 15 км в час. Следовательно, дистанция не более 1,5 км. И, следовательно, чтобы вас буксировали, вам нужно перевести коробку передач в нейтральное положение. Если же мы посмотрим механическую коробку передач, то дистанция не должна превышать 20 км, а скорость, которая вас буксирует, не более 25 км в час. Чтобы заменить щетки, их необходимо перевести в сервисный режим. Так вот, для этого вам просто нужно потянуть рычажок вниз и удерживать его. И щетки переводятся в сервисный режим. Вы их меняете, и дальше, включив зажигание, переводите их в исходное положение. Щетки в сервисный режим переходят как передние, так и задние. Если в вашем ключе села батарейка, следовательно, необходимо заменить. Чтобы ее заменить, вам нужно разобрать ключ. Чтобы разобрать ключ, вам нужно совершить следующий ряд действий. Итак, первое, достать механический элемент ключа. Далее, вот тут нужна отвертка. Отвертка в комплекте не идет, так что пусть у вас будет своя с тонким наконечником. Вот здесь вот второе отверстие, то есть в одно мы вставляем ключ, а во второе отверстие для того, чтобы как раз подцепить вот эту вот крышечку. То есть ключом надавливаем и снимаем крышку. Внутри вашего ключа батарейка CR20-32-3 вольта. Но если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно, то есть вы можете взять ключ с разряженной батарейкой и просто им нажать на кнопку старт-стоп. Все,